Всем привет! Ну что, так и никто не зайдет, что ли, а? Как дела у вас? Чем занимаетесь? Ну что-то все вышли. Не в тему. Кто там зашел? О, привет! Чем занимаетесь? Как дела? Как вообще погуляли вчера? Скажи, как? Привет! Ну вот и настало время. Время выноса мозга своему мужику. Ты чё ходишь-то? А что? Да какая-то аура нездоровая летает. А ты вообще заметил, что я как бы покрасилась? Заметил. А я вообще-то не красилась. И вообще ты стал какой-то по отношению ко мне холодный. Ты с чего ты взяла-то? Это не объяснить. Нет, ну какая-то же все равно причина есть. Я все уже сказала. Что ты сказала? Все. Что за хрень-то сатанилая происходит? Вот об этом я сейчас и говорю. О чем об этом? Вот об этом самом. О чем об этом самом? Вот о том этом самом. О чем о том этом самом? Так, ну ты чё? Да ничего! Не реви. Давай закажем роллы или пиццы. Хотя я перебью. Нет! Вот будут у тебя свои дети, тогда и узнаешь. Собака? А кто будет за ней ухаживать, ты? Угу, конечно. Бутерброды – это не еда. А у меня в твоем возрасте ничего такого не было. Ты пойми, ты не для нас учишься, а для себя. Вот знаешь, я в твоем возрасте. Шапку надень, сдачу вернешь. Потом еще спасибо скажешь. Я тебе русским языком повторяю. Так я не поняла, я почему от других людей узнаю? А если все с крыши будут прыгать, ты тоже будешь прыгать? Я тоже много чего хочу. Ты что здесь сидишь? Заняться нечем, я тебе сейчас быстро занятия найду. Ты еще в жопу ее поцелуй. Хорошо, все будет хорошо. Сука, кто-нибудь откроет эту дверь! А тебе не кажется, что ты очень громко дышишь? Что-то я совсем поправилась. А чё ты молчишь? Почему ты не говоришь, что я худая? Я что, толстая? Я, по-моему, сказала дышать потише. Откуда же столько прыщей-то повылазило? У меня всё нормально. Кать, а тебе не кажется, что ты много кушать стала? Чего, блядь? Ну, ненадолго же? Ну, как обычно, на месяц. Но тебе скажу, что на пару дней. Вот эту фотку я точно выставлю. Здесь ты такая страшила получилась. И я на твоем фоне очень даже выигрышно смотрюсь. Так, студенты, на самом деле мне глубоко насрать на ваш зачет. Но только из-за того, что я создаю видимость сурового препода, я посижу и послушаю ваш бред. И вынесу вам весь мозг. Ну что ж ты орёшь-то? Ну ты же не права! Да знаю я, что я не права! Ну не признавать же! Ну что, есть-то будешь? Нет. Точно не будешь? Нет. Ну вообще ещё раза два поломаюсь, на третий точно соглашу. Блин, что-то я совсем поправилась. Ты поправилась? Да тебя как свинью разбарабанила. Но только для того, чтобы тебя не обидеть, я, конечно же, скажу, что это совсем незаметно. А вы почему телефон-то продаете? Да потому что отстой полный, тупит и глючит постоянно. Но только из-за того, что мне нужно его тебе продать, я скажу, что сменила просто. Дома была. Пока суп не съешь, никуда не пойдешь. Я с кем сейчас разговариваю? Какая еще ночевка у Даши? У тебя что, своего дома нет? Ну, не знаю, не знаю. Посмотрим на твое поведение. Алина-то, матушка, вперед тебя родилась. Так. Федька, быстро домой! А ты ничего не хочешь мне сказать? Доедешь? Позвони. Нет, вы посмотрите, я и слова, она мне 10. Если вы решили здесь поубивать друг друга, так идите на улицу. Я только полы помыла. Дома поговорим. Так, закрой рот и ешь. Я сказала, хватит корчить эти рожи. Сейчас кто-нибудь подойдет сзади, по башке ударит, такой останешься на всю жизнь. Ты еще раз домой зайдешь, на улицу больше не выйдешь. Мы ее для кого заводили? Для тебя, тебе и говно убирать. Ой, молись, чтобы эта гадость отстиралась.
эту сессию никакого Макдака, никакого KFC, только ПП. Мы не спим до обеда, не пропускаем ни одной пары. И сессию я сдаю сама, готовлюсь ко всем экзаменам и ко всем зачетам. Лиза, помоги! Вчера завезли снег, что вызвало большой ажиотаж вокруг общественности. Один люд ликует. Снег! Нижу! Здорово! А другой люд негодует. Я в количестве одна штука решила, собственно, выяснить, с чем мы имеем дело. Снежок. Снег. Снежочек. В народе именуемый как форма атмосферных осадков. На ощупь мягкий. Рыхленькой. Цвет белый. Но это не точно. Поступил к нам с неба. В количестве дофига и больше. Сертификат качества не имеет. В наличии пробудет до весны. На этом у меня все. Мой информационный выпуск подходит к концу. С вами была я. А кто я?